Доброго времени суток, зрители и случайные гости нашего канала. С вами Росси. Мы продолжаем играть в игру Гномы. И это уже четвертое видео, если я не ошибаюсь. Или третье, или четвертое. А фиг его знает. Вроде четвертое. Так вот, мы продолжаем играть в гномов, в стратегию. В прошлом видео мы с вами нашли отшельника, которому помогли найти... Точнее, доставили ему 6 хомяков, и взамен на это он нам предоставил карту. Вот, кстати, ее наш Серджио несет. Давайте еще раз ее посмотрим. Здесь, как я понимаю, находится наш отшельник. Значит, вниз, вправо, вниз, вправо, вверх, вправо, вверх. И мы попадем туда, куда нам надо. Так, ну прежде чем нам отправляться в путешествие, посмотрим, на чем мы тут остановились. Значит, у нас 8 гномов, даже 9. Так, поделенный сейчас работает 5, 4 отдыхают. Да все, то есть, в принципе, с этой картой чеши. Так, ну прежде чем нам идти... Нам надо изучить, я думаю, дубинки, сделать дубинки, сделать рюкзаки и отправить наших гномов на разведку. Тут мы разводим хомяков. И там хомяков, и тут хомяков. А, тут мы еще никого не разводим. Надо грибы разводить. Это будет попозже. Так, давайте сразу еще еды сделаем. Изучим рюкзак. А тут мы изучаем, точнее делаем мастерскую столяра. Ускорим немножко процесс. Вы знаете, я думаю, нам надо немного покопать. Немного надо расширять наши границы. Копать мы пойдем сюда и где-то тут поднимемся вверх. Обязательно нужно будет потом поставить лифт для ускоренного передвижения. Так, у нас уже хлопец наш пошел рубить. Кто тут у нас еще гуляет? Хорошо, еще один пошел рубить. Так, это занимается готовкой. Этот рубит грибы. Это все еще делает мастерскую. Кстати, колесо у нас уже готово. Колесо тут вырабатывает электроэнергию. Где-то недалеко его поставим, чтобы был большой охват. Либо, знаете, лифт поставил здесь. И здесь хотя бы. Хотя уже вот это нам не нужна будет. Мы лифт сможем лупануть вот так напрямую. Это будет лучше, это будет быстрее. Так... Рюкзаки изучили. Это не здесь, правда. Да. Пивоварня. Кстати, такая, вы знаете, заразительная тема. Короче, изучаешь пивоварню, делаешь ее, варишь там пиво. Стоит построить бар. И вот это все движение, которое происходит возле палатки, оно все переносится туда, в бар. И все начинают там тусить. Постоянно нужно какого-то гнома-бармена там ставить. И нон-стопом варить пиво, потому что они его употребляют очень быстро. Так, готова мастерская столяра. Нам тут и поставить негде, разве что только тут. Кстати, а туда мы и не ходили еще. Видите, здесь тоже что-то есть. Вон. Хищное растение. А я не помню, у нас вроде кто-то с дубинкой был, нет? Или с этими... А, с рогатками, вот. И Дора, наверное, да. И два гнома у нас с рогатками. Они сейчас отдыхают, да? Ну вот как раз, когда будет уже... Как раз, когда будет... Отдых их пройдет. Это уже скоро, судя по часам. Мы их отправим, чтобы они... Настреляли это хищное растение. Смотрите, как браво наши ребята взялись.
Так, давай ты все равно здесь. Ну-ка, посмотри, что тут в этих бочках. Книга. Уход в глубины. Сразу изучи ее. Так, тут что? Еще одна книга. Радужные перспективы. Тоже изучи. Так, кругора показатель камень, уход в глубины плюс 4. А тот что-то нам не показывает. А, я ее не выучил. Блин. Блин, блин, блин. Вот так подарок, палаточка. Неплохо. Добавилась у нас радужная перспектива, нам настроение плюс 10. Сейчас выложим то, что Ругера носит с собой, чтобы ему не было тяжело. Так, 9 штук, это нам... А, там колесо нам делается. А здесь надо будет там 10 рюкзаков сделать. Каждому дадим по рюкзаку. 9, точнее, рюкзаков. Так, все, он пришел. Выкладывай это все, не носи с собой, не реви душу. Так, скоро заканчивается рабочий день. И пойдем стрелять. Все, рабочий день закончился, значит, мне нужно вот эти двое. Рогатками и отправляем, ой, вот эти двое отправляем их сюда. Так, там готовится все. Ты куда идешь? Что-то рубить? Давай здесь руби тогда. Тоже надо. Подготовиться, так сказать. Рюкзак готов, сразу его себе. Оп, и плюс 4 слота. Так, там нарубили. Здесь нет у нас никого дерева, и чтоб еда была. Как-то оно подозрительно. Ребята, пока бегите по пути. Нарубите грибов. Че вообще на рюкзак надо? Ножка одна. Пригодится. Срубили. Хорошо. Дальше. Палатку, кстати, я еще выбил. Надо ее взять. Тут она не поместится. У
Мы их заберем, конечно. Сейчас камни нарубим нормально так. Видите, как хорошо сдалека он расстреливает его, и все. Щелк, 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 щелк. Все. Больше тут нету хищных растений. Нет, есть какая-то бочка. Бочка, хомяки и камень. Тоже какая-то книга. Что означает пояса? Это, наверное, ближний бой. Давай, короче, ты его и изучишь. Книжки надо сразу учить. Так, а вы там сильно не расслабляйтесь, давайте готовьте. Так, еще один рюкзак готов. Так, потом потрендишь, иди рюкзак бери. Все, свободно, можешь дальше отдыхать. Тут камня так нормально можно набить. Даже очень. А если прям вот так дверь придется снимать. Эта дверь нам тут и не нужна, в принципе, уже будет. Ее можно будет спаковать. Так, ладно, сама добьет. Собирай камень пока. Тут носить, не переносить. Ну, тут бы, конечно, нам кто-то с рюкзаком бы пригодился, но... Тот парень с рюкзаком, он сейчас занят. Все, идите, копайте. Все, никак они колесо не доделают, хотя уже наполовину. Так, тут побежал готовить. Ну ты, что тут страдаешь? Иди возьми рюкзачок. Считайте, просто если бы у нас было два рюкзака на вот эти влюбленные парочки, мы могли бы еще плюс 8 камней взять с собой. Я не могу понять, как я так профтычил, что у меня никого нету, чтобы сделать изобретение, чтобы грибы выращивать. Ускорим немножко процесс. Дверей понаставлял. Куева, кукуева. Нафига столько много, не знаю. Если это все мое. Кстати, здесь, насколько я помню, на вас никто не может напасть. Ну, по крайней мере, в компании на том уровне, где я играл. Ну, до какого момента, точнее, я играл. Вот в... Просто сражение, ну просто карта, то есть не компания, там выбираете любой клан, выставляете количество игроков, вот там могут напасть другие гномы, ну другие кланы, и причем они как-то так по-странному нападают, они, короче, в первую очередь нападают на вот эти столбы, которые вы выставляете. Где тут у нас столб, это есть вот этот столб, что они его, может сказать, типа как территорию захватывают, их его знает. Так, ты с рюкзаком, ты без, шуруй. А так, еще вот я столкнулся с тем, может это опять же, я в компании просто до этого не дошел, что на меня напали какие-то как, ну, такие небольшие демоны, скажем так. Короче, такие чубрики, похожие на демонов. Все это мы поставили. А где у нас мастерская столяра? Ого, она большая. Думал, не влезет. Дубинку можем изучить, наконец-то.
Сейчас мы еще вооружим дубинками всех. Так, это ты у нас тут с камнем ходишь, ты шуруй сюда наверх. Кстати, а лестница, видите, до конца не дотянулась. Есть дубинка исследована. Хорошо. На дубинку нам нужна ножка, аж две штуки. Так, у нас 9 человек, 9 гномов. Два из них это, значит, 7 дубинок нам надо. Так и быть, те уже будут. Так, пришла. Те уже будут с рогатками, а остальных тогда вооружим дубинками. Укладывай, укладывай, не бойся. И заодно рюкзак себе хватай. Так, где-то твой муженек идет готовить. Ну, пускай идет. Сейчас мастерскую плотника развернем, то, наверное, там можно будет и лифт поставить. Так, он взял. Ты вот с картой, но без этого. Шуруй. Вот так почти у всех будет. Все приготовил. Стоп, камень по пути. Выкидывай. Я, кстати, что думал? Может пойти в деревню к травникам, к тем ребятам. И у них там два гриба растет. Я думаю, они точно их не добывают. Поэтому я думаю, они не обидятся, если мы сейчас туда завалимся к ним и срубим их. Им не надо, а нам надо ключницу искать. Думаю, логично. С нашей стороны. Раз срубил, забирай туда наверх. Хотя наверх можешь и не нести. Неси, наверное, сюда. Там и выкинешь. По крайней мере, ножки. Перекинула сильно. Давай. А это тащи наверх. Это сейчас посмотрим. А, уже перерыв у него начал. Отдых. Но ничего. Шляпки все равно может поскидывать здесь. И без рюкзака вперед. Еще, кстати, два осталось, и уже все будут готовы. Тем дубина как поставили делать, так никто ни хрена и не сделал. Готово. Вот у тебя еще нету. Вперед. У нас прям идет целая подготовка к походу. Дубинки делаются, пытаются, по крайней мере.
Рюкзаками мы уже всех экипировали. Грибы мы так разводить и не можем. Надо еды. Мне не нравится, что они стоят, загорают. Надо их чем-то озадачить. Чем-то таким, эдаким. Вот там пускай выкопают, к примеру. Не знаю, зачем мне там эта комната, но пускай выкопают. Я не хочу, чтобы они стояли. Фуэр. Помчали. Так, ты без рюкзака. Все, там готовят, тут копают. Тут мы поставим, наверное, еще одну ферму сделаем. Так, здесь она у нас не работает, потому что у нас нету электричества. Нам надо поставить электричество, но, блин, его надо поставить так, чтобы оно охватывало... Тут его поставим. Чтобы она охватывала вот эту всю часть. И потом еще одно колесо, наверное, нужно будет сделать. Здесь мы можем что? Тут у нас примитивная кухня, это можем костер, ванну, чтобы они купались, гостиная, спальня. В общем, надо дать электроэнергию обязательно. Вот лифт, нам надо дерево 25, сборка 10. Пока у нас это никто не умеет. Кстати, первый раз так строю. Будет ферма. О, гном родился. Люсьен. Почему никто не делает дубинку, не мог понять. Что за безобразие? Может, ты идешь ее делать, я надеюсь. Нет, он пошел по своим делам гриб рубить. Капец. Все, хомячка мы поставили. Он у нас, ну, по крайней мере, лифт он захватывает. Будет лифт, и эту хрень захватывает. Ладно, давайте им сделаем примитивную кухню, поменяем этот костер. Перенесем. Вообще их надо уже переселять куда-то вниз, ближе к низу. Тут мы сейчас, короче, сделаем вот такие комнаты, я так думаю. Блин, тут мешает. Ну, хоть маленькую. Тогда вот это немножко подвинем. Насколько это возможно. И меня. Ну ладно, значит, там маленькую не влепим. Короче, сюда перенесем сейчас все это движение. Вот это все. Перенесем сюда. Поставим там кухню. Палатки туда попереносим. А наверх кинем ферму. Так будет нормально.
Четыре человека у нас тут работает. А на дубинку все забили хер. Не знаю почему. Ну пусть хоть одну сделают. А, все, у них смена закончилась. И они все пошагали. Что-то мне так камеру вниз бросает. Другая смена пошла. Ну, еда у нас есть, так что. О, скоро уже гриб сможем разводить. Так, а наверх мы сюда перенесем, значит, ферму. Ферму. Три фермы здесь будет стоять. И колесо. Это мы вниз сюда перенесем. Палатку перенесем. Хотя посмотрим, может быть, вместо палаток построим спальни. В общем, есть чем заняться. Второе колесо строится. И опять же, колесо, блин, строится, а дубинку делать не хотят. Что, ловушку. Кстати, хорошая тема, ловушка сверху, короче. Когда кто-то проходит под блоком, ну, по коридору, ловушка сверху бьет, перепечатывает и замедляет. Ну, как бы наносит урон и еще и сбивает с ног. Нормальная тема, тоже пользовался ей в игре против других кланов. Каждый, короче, взял себе по комнате. Я понимаю. Надо, кстати, будет еще поднастроить. Точнее, подделать еды. Вот такие у нас долгие сборы. Поход. В поисках ключницы. В следующем видео надо будет обязательно разобраться, почему у нас они не хотят делать дубинки. Наверное, даже прям вот принудиловку куда-то того, кого-то заставим это сделать. Так, давай ты, короче, потом это все набьешь. И, наверное, собери камень вот этот весь. Собери весь этот камень, потом поди там собери камень. Ух ты, кто-то аж идет дубинку делать. Нет. Тоже мимо. Это еще 5 камней можно там забрать. Оп, еще ты не забрал, подожди. О, теперь туда газой. Колесо тем временем готово. Мы колесо. Ладно, колесо где-то тут разместим. Вот тут. На месте. О, уже рюкзак одел. Все, шуруй сюда, сразу камень скидывай. Ну, с рюкзаком тащит больше, но идет медленнее намного. Еле прется. А вас, девчата, я, наверное, в одну бригаду объединю, чтобы быстрее. Что-то я не понял, у меня работает только 4 гнома, да? Алан. Алан и Люсьен. Но Люсьен еще маленькая. Алан уже работает. Точнее, тоже отдыхает. У меня 6 отдыхает, 4 работает. Но пока так. Мы можем вот этих двух перекинуть вообще, чтобы они вот так вот работали, а вот эти два
на будущее будут работать. Ладно, пока только Алан тогда. Люсьен никак не может работать. Вот так. И Люсьен. Вот так. Немножко разобьем. Нечетное количество просто не разбивается. Смотри, я им говорю работать в одной команде, а они вот этой херней страдают. Так, ты пришел. Дружище, ты пришел. Скидывай. Скидывай это все. Теперь вот все вместе. Ты правильно делаешь. Все вместе накинулись и тут делай. Вы прям вообще все грядкой пришли. Неплохо зато как набросились. О, грибы можно садить. Сейчас исследуем грибы, уже будет проще. К примеру, поставим где-то в одном этом сразу поставим, что там связано с этим. Вот, к примеру, поставим лесопилку и рядом поставим мастерскую плотника и рядом мастерскую столяра. И где-то рядом фермы с грибами. Все, профит. Лифт мы так и не можем. Сторожку туда следуем, пилораму следуем. А что нет? Хозяйство все сгодится. Как муравьи налетели просто. Готово. Все. Видите, как вы быстренько справились. Вот уже он, кухня строится. Ванну потом. Да, такой коголо гномов уже отдыхает, и надо больше, чем одна палатка. Все, там процесс пошел, а тут процесс так и не идет. Так, а ну-ка, покрытие, зона покрытия. Ага, еще одну надо будет где-то тут поставить. Где-то так. Хомяк лупит как. Но этот отдыхает. Рам открытие. А, железо надо. Железо мы еще не находили. И летили. Железо мы не находили. Куда тут? Вот отшельник. Судя по карте, вот сюда нам надо и вниз. Ну, прежде чем. И вот тут что-то я не помню, что там было вообще. Надо бы тоже спуститься, глянуть. Так, дружище, а если мы тебя закрепим за мастерской? Еще тебе все равно нет задания? Все равно, да, задания нет? Это что, хочу сделать дубинку с двух ножек и одного камня, у тебя задания нет. Хорошо. А если в наглую тебя заставить? Берешь ножку одну, бежишь,
Сюда берешь вторую ножку. Раз уже на то пошло, я тебе так дам материал. Есть. Теперь идешь, берешь камень. Есть. И теперь ты делаешь тут дубинку. Интересно, он выкинул одну ножку. А чё? Ну вот камень, вот еще ножка. В чем проблема, блин? Почему никто не делает эту гребаную дубинку? Наконец-то пошел процесс, походу. Но уже все принесли под эту дубинку. Да, пошел процесс, вот это сейчас будет делать. Наконец-то. Не прошло и полгода, а мы заставили начать ей делать одну дубинку. Давайте еще, сколько там еще? 7. А уже 8. Начали. Так, кухня уже готова у нас. Что-то она нигде, блядь, не вмещается. Это кухня гребаная. Шикарно, блин. Да, нигде не могу ее поставить. Смешно. Только наверху, блин. Надо больше делать эти. Так это и так высокая, блин. Так, дубинка готова. Не кури, бери дубинку. Отлично, положила сюда кухню. Мне лучше скажите, почему не могу ее здесь поставить? Почему-то я считал, что она здесь поместится. Угу. Ну что могу сказать? Хреново. Тогда остался шанс, если бы я вот сюда сейчас прокопаю, поставить очень высокую эту пещеру. Для этого мне надо еще копать и копать. Но кухня пригодится, я по этому поводу не расстраиваюсь. Просто переезд нам придется немножко отложить. А пока наша основная цель — собрать их в поход. Для того, чтобы собрать их в поход в поисках этого, нам нужно вооружиться хотя бы дубинками. Ну, это уже был следующей серии. Ребятки, спасибо за просмотр. С вами был Росси. Это был канал Роли Гейм Онлайн. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. Всем пока и до скорых встреч.